Я вот удивляюсь, вот то, что Европа им помогает, они думают, что это, наверное, помощь просто, это же они просто помощь дают, а с надеждой, что им деньги вернут или что, как столько там денег, зачем им? Так я понимаю, я про людей тебе не говорю, я про Украину говорю, которая, как они будут расплачиваться? Так я в том-то и дело, что в любом случае вы отдадите какую-то часть территории, отдайте уже России и ну, успокойтесь и забейте вы хер уже. Ну, блин, так неправильно говорите. Ну, они так же тебя хотят вырезать, понимаешь? Ты что, и детей убивал, Кирилл? Ты же говоришь всех подряд. Ну? Ты тоже? Кирилл, ты серьезно? Почему ты мне об этом не сказал? Почему ты об этом мне не сказал? О том, что ты там тоже детей убивал. Почему не сказал?